Именно в том, чтобы я играл на холи-поле. Я буду играть. Рипал, вон есть человек появился, вон как Где? черный, как-то черный стон. А так он не хилит нихуя. То, о чем был, что ли, уже? Ну, на том, когда был. Ну, возможно, он исправит сегодня свои ошибки. Там Джагу начнет кидать светлую, чтобы он рейд хилил. Когда он один ходит пал, и другие палы кидают другой Джагу. Ну, хотя бы вот такие мелочи. Возможно, он начнет больше Курю хилить. кабели. А вот я бы тоже сел на кого-нибудь хила, но я не хочу сидеть. Чего не хочешь? Че, вам тело надо одно, нет? Да. Надо. Включите стрим кто-нибудь. Говорит, с нуля. Кого нуля? Че там, как вы, Лема, ДПСит? Одет, Говорят, говорят нормально, но я еще не пробовал. ну, надо прям вот то, что одет. Дилеммы? 260 и 265 такие. Ага. Ну, я говорю, говорят нормально, но я не пробовал еще и дамажит. Не надо. Хэлла, там... Я тоже слышу, что нормально, просто в каких Не, местах не надо на нем играть. Хэлла, там, короче, меняется символ. Ты брешь молнию, берешь тотем, и молнию вообще не юзаешь. Почему? Потому что там все на шоках. Ты только шоки жмешь. Там тебе еще на талант изменить будет. Да, но, блядь, тебе нужен хороший танк, чтобы ты играл в пачке. Тебе нужен талант Потому на... что каждые 3 секунды ты будешь набирать агро. На отблеск талант нужен. Который шоки снижает. КД. Один хуй там шок ледяной по 40 как ритует. Но там этим... Лава, я короче, ветром скидываешь. Вы просто... хотите сказать весь упор, короче, во вторую приписку делать, да? Ну да. О, чё, мы сейчас будем трэш, да, по новой бить? Да. Сейчас я на мага зайду. Еврейская жилка все-таки есть, да? Ну, блядь, ну, там осталось чуть-чуть до фарма вперед. О, лаги. Не знаю, нормально все. Не стоит. Мы завтра еще днем собирать ссылка на бычку. Жесть, я вообще не везет. Это... Дайте, дайте пати почистить кто-нибудь в этом. А ну да, он бар почистит. Да сколько ссылка обычно? Ассистов нету, так что так, пиши пока, войду пока только. Нет, а войд что тут что завтра дела? Был тут. Сумонил даже. Войд, ты тут? К сожалению. А, дай, дай пати на мага. Ну, я не вижу плюсани где-то. Сейчас плюсану уже. Суманите еще, пожалуйста. Некромантика зайдет? Давай суманем мага. Не пришел Суман? Не знаю, не смотрел еще. О, пришел, да. Че, вчера вообще не ходили? В Геру вчера не ходили, да. Чёрка. Ходили только в ГМПМ. РС-ка еще была у вас 25 лет. Ну да, да. И РС-ка была. Ясно, нахуй. Опять сделали дауны, блядь. Папали, а то, что агро, нахуй, дохуя, похую, блядь. Пидоры тупые. Пидоры. Это, Войд, вот насчет вчерашнего видео, там, тип скинул в Дискорд, а что ты такого сделал, что его так порвало просто? Да хуй знает. Я думаю, что помню. Ну, мне кажется, такое-то трудно забыть. Ну, его ж ебать там рвало просто. Да и хуй на него, блядь.
Для Войда это не имело большого значения, вот она не запомнила. Для меня ничего не имеет значения, я когда вожу рейды, мне похуй на все вообще. Мне задача, блять, вот мы пришли сюда, надо убить боссов. Если мы это не делаем, то начинается бурление говна, блять. Вы все это и так знаете. Где там что произошло, у кого говно пошло? А ты видос глянь, да, не воруйте души, ёлы-палы, тут немножко осталось, мне уже дофан. Дайте мифику дособирать души, действительно, блядь, человек там собирается следующие осколки собирать, вы душу воруете. Не, ну не я осколки следующие собираю. Да я хуй, ну типа, блядь, нахуй. Просто, ну, те, кто собирают, они после тебя, блядь, нахуй это делать. Опять будет конфликт какой-нибудь там, что это? Ни разу ни у кого не сказал про души, что сам собрал просто тихонько. Да не, если это, я так понял, это если с этих боссов с каждого по 50 дают, то это если сейчас убить, то все, души будут. Нет, не с каждого по 50, что мне где-то выйдет. А у тебя что там был инстиллер? Просто спек какой-то или что это, я понял? Тоже кто-то называешь. Ну, Агро, как? Нет, как, я как просто стрелы пустил и умер. Ну, стрелами сорвал Агро. У меня не фрост сейчас. Ебать, чё, там прикалывал эти шоры, блядь. А чё там, блядь, на полы там... Лежат на полы твои, хули. Ну, да вон они, не нахуй, два живые, блядь. А мы бы на полу не было. Они лежат и бегут, но сначала они бегут. Бичи, блядь. Хули, вы никто не резал, я побежал. Может не бить, может просто спортсмены будут. Мёртв, он репу давит, нет? Ну, меня уёбок шотнул, я что сделал? Сейчас посмотрю. Надо было его шотнуть вперед. Не дают. Ну, дают, всё нормально. Он тебе всё равно шотнул, да? Ну, хули, это тебе не челики на арене, блядь, это же мобы с целка. Ну, это сложно, блядь. Высокоинтеллектуальное создание. Тебя же тоже в прошлый раз шотнул. Кого? Меня? Войда. Меня только что шотнул. Это им повезло, блять, это... Удачно попали. В стык между доспехами. Стык? Нашли щель, ебать. По-другому, да, это будет щель. Под мышкой, блять. Заточку дали, ну. Фильм «Гладиатор» смотрели, там в конце так главный герой умер. Этот... Сигал. 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 Я Сигала смотрел, как он арбуз, короче, ломает. Там пиздец. Кустовой режим смотрели? Пиздец. И что там нужно, чтобы сломать арбуз, уронить на пол? Ну, там ударил по арбузу, а внутри арбуза, ну, все в кашу превратилось. И он такой говорит, блядь, говорит... Это, говорит, пиздец. Удар нахуй, пиздец, говорит. Ну, на базар идешь, на неудачное стечение обстоятельств тоже может так случиться. Да, только арбуз снаружи целый был, а внутри в кашу превратился. Ну и потом он в конце главному злодею так же сделал. Как говорит, блядь, сейчас я тебя, говорит, уебу, говорит, спецударом, говорит. Вот ты такой же удар должен выучить, чтобы таких мобов раскалывать, вот видишь? Бигдем, Хулидринг лежат, они такой удар сейчас получили. Лучше из кунг-фу панды пальцевый захват, это, где обсираются. Да, я видел пальцевый захват, когда Сигал пальцы ломал челику. Я смотрел... Бля, они ДД апают, а танков-то нет. Да. Да ничего, у кого они? Варов апнули? Кого они там апнули, блядь? Никого они не апнули, ну. Только не арфят, блядь. Просто танки, получается, спят что-то. Танки хуёвые, да. Ой, не говори. Вообще, хилы тоже херовые, не хилят нихуя. Напуливатели тоже спят, хилы нихуя не хилят. Вообще все хуёвые. Вот только Эли мы красавчики, нахуй. Бигдем. Сроги бесят, нахуй. Одни ДДшники нормальные. Говорите за себя. Маги и вары только нормальные. Чё, мы тут сапрот пьем или не пьем? Да, с фул сапроты. Ой, ебать, я начали, не начали. Отсюда репа мы собрали, пока уходим. А ДД фласку можно, а? Это Войд, из чего? Я первый раз в Гере. Кто это? Сразу говорю, Мидарк. Я вообще, блядь, маленький еще для этого.
Сейчас а кому-то кольцо с этого... И сильным. Кольцо с этого босса, ну да, там с меткостью скорости падает. Пришел когда-то челик на с рука 25 гер танчить протопалом трэш. Он не таунтил трэш, и Рел ему сказал, либо ты подтягиваешь скилл за 5 секунд, либо я тебя кикаю с гильдии. Вот так вот. Поэтому, либо ты за 5 секунд понимаешь, что на этом боссе нельзя двигаться, нужно подождать, пока с тебя спадут стаки. Еще нужно бить сферы, чтобы они не упали на пол. Их 3 штуки. Вот. Ну, либо, если у тебя не получится это понять, придется тебя кикать. Не, бля, жестко слишком. Ага. То же самое, 10 меньше надо, и все. Мотивация. Пиздец. Ну, в твоих же интересах. Тебя кикнет и обратно возьмет. Так, 20, бля, у меня ИП-шка слетит. 20. Ну да, мы так все заново набираем. Так. Ой, блядь. Рыба где? Не знаю. Где-то. В магазине. В озере. В реке. Ну, на озере Ледяных Оков там плавает. Кстати, не, на ООН вообще была веселуха в 10 утра. Там было всего 6 человек из Альянса. Смотрите, и... у кого там нету звания армеец с третьей ячейки банки брать. Там всегда утром так. Так, блин, ты знаешь, как больно бьет РПАЛ? А ДД фласку можно? Там обычно, пока он добегает, он уже мертв. Но не 70к. Та же 70к. Под контроль или 5. Но он в бабле, если только побегает, вас побьет и все. А можешь, пожалуйста, дать так? У меня связка есть, не могу. Есть, а взять не могу. Я тоже не могу. Так, кто не может? Кому дать? Кому дать? Хэлло. Я сейчас им дам. Еврахель. Хэл и Еврахель, да. Вадик он тоже не может взять. Могу отдать. Что делать? У тебя фулл РПБ? Ну, кап собран. Полидринку можно, ДД фласку? Так, кто там еще был? Все взяли сопроты. Вот это 5 штук, что лежит. Кто не взял? ДД выпили и что? Тихо, я сам. У меня были. Откройте мне еще одну, дайте взять, я возьму. Ага, все забрали, да? Так. Кто там в танка пойдет? Никита, ты что не пошел? Давай ты, Хурюк. Третьего. Я на работе. Давай Хурюк в третьего, потанчишь Талдорама и Глаша Волонара. На Волонара все 3 на пулу дадите, на Вилашу с пула. Я на Келесите постою. Что-то не так никто не ответил. Тут кольцо кому-то нужно? Вот это кастерское, которое скорость и меткость там спадает. А, типа, хочешь на халяву взять, да? Ну, лишь не пишут. Ну там у всех просто ТГшные, я так думаю, хуй надо или не надо. Просто уже всех чекну. Вот хочешь на мага, да? У меня нету приора. Кто двоих танчить будет? Кого на пуле? Мага. 3 танка. Мага. Как раз нужно кольцо с меткостью. На Вилаиш на пул. Так. Думали, что одолели. Блять. Остальные можно менять. Так, кто там самый слабый у нас? Так. Я. Хант, ты будешь в центре. Мидарк. Со стороны звездочки. Это на кинетике. Так, и кто еще третий будет? Я могу, если кольцо никому не надо, я могу сферки поподбивать на маге. Вообще легко. За кольцо на все готово, да? Так, давай злобный, давай тогда... Кружки. Я просто игнорирую. Как ты что-то говорить или мне послышать? Секунда, телефон. Алло. Алло.
Ноль ЕП у мага. Не связывал ни с кем. А, он не ходил никуда. Тут. Эй, я тут. Злобно я предложил на магисфере пробить, меня проигнорировал, да, что придется себе бить. Алдорама заберите, а? Геру, не? Угу. Да, надо было. Забыл. Он вначале умер. Кинетика около килисата. Сейчас это воронка возле этого колдорама. Че за залупа нахуй? Наши стереки на там, если достаешь, я поближе подойду. Уйдите, там воронка, ебана. Можете уже уходить от пересета, там сейчас уже надо. Ага, ну, понял. Empower cortex spread out. Kinetics form. У дверей кинуть. Ты не успел уже, блять. Ману там резайте как-то. У вас. А куда? Кинетику подвесь. У вас гимны, у вас тотемы есть. Да, килисет. Слава, изначально берса 10 минут? Угу. Да. Ну, успела. 5 минут еще. 6 даже. 6. Ядра забери.
Блять, ебучая воронка. Да заебал вообще четвертая нахуй. А чё, Виланию подымать будете? Ну, нахуй надо. Или в 24 мы будем бить? Я с таким же успехом мог и мазом пойти. Он бы валялся просто. Только Вилания, блядь. Ну, у нас два БРа, он не сказать, что дохуя ДПС дает. Ебана, вы чё? Стоп. Просто, блядь, всего Монара нахуй пролетал по комнате, блядь. Ребят, блядь, ну вы же видите воронку, блядь. Так я не от воронки, блядь, меня сначала первая откинула, которая... Не, я не про тебя. Вот стоят два типа, нахуй, видят воронку и не отходят. Это Притон, еще там кто-то был. Они как в той песне, нас бьют, а мы летаем. Да. Там это кинетика падает, а у меня стрел нету, чтобы ее подбить. Нормально стреляла. Это вар про стрелы говорит. Сейчас подожди, блядь, подойду ОПшку дам. Не, у меня есть стрелы, я, оказывается, купил, я забыл. Я пару раз стрельнул даже. Сможешь, да? Я стрельнул уже, нахуй, я, блядь. Вар, который смог. В гербросок даже, сука, выкинул, блядь, вместо того, чтобы... А будет тату. Ебаное темное ядро, блядь, рот ебал, нахуй. Кинетики две возле келесета, алло. По центру. Идите на другого. Empower cortex spread out. Чё там, луну побьём? Нет? Алло, нахуй. Вещи, сука. Нет. Дайте гимн кто-нибудь еще на ману. Плистов. Кинетика. Захиль теряет. Сейчас она упадет, и я забыл. Градикон топу ресы. Гимн дал. Сейчас будет пизда, нахуй. Вот она. Им на хп. Прошел, блять, этот вик. Прохильте. Блять, в кучку, блять, отбегать некуда. Ну, ну хуёво то, что он около стены стоит, это очень хуёво. Но надо по центру вставать. Ребят, по центру надо. Вы скажите танку, хули вы, блять, не можете сказать танку, чтобы он отвел? Если он, блять, не понимает. По центру больше маневра. Если босс стоит. А так на вихре и бежать особо некуда. Келли, идите бить. Побольше ДПС у него. Ёбаная свята. Там Мидарк упал, который звезду держал, так что кто-то поддерживает кинетики. Вместо него теперь. Ну, кинетика не упала, то выпнемся еще. Так, 8 секунд до версии. Бля, смена. Смена.
30 секунд. Нужно сейф. 4 миллиона. Которые есть. Там жепку дайте, там сокру дайте, чтобы добить. Кинайте крест, вы поднимите крест. Да, 8 секунд. 300 тысяч. Убили. Никого там собеседца. Кольца нет, да? Осколок. О, запах на поле пола, ебать. Да не, с каждого босса души лутается. Поставь шкаф. Да, сейчас. Она в портал в Доларан. Да, дайте портал в Доларан. Вообще. Куда мы идем? Пошли Вальку за хим. Осколок. Ну не могу, пожалуйста. Сколько осталось? 40. Так, 2 или 40? Да, блин, это... 42. Я не понял, кому он... Осталось 44. А у Хурюка спрашивали. Два штучки осталось. Да я заново начал, 42 надо. А, квест отменил, да? Руки. Да. Блин, дай одну минуту бил. Представьте, Фурику можно было взять. Два шлема. Нифиг там, ты там хозяин шкафа, сними, пожалуйста, мать. Блин, а оттуда все убежали. Ну ты поставь в другом месте, где все. А сейчас, сейчас, КД трэш. А там притон еще есть. Ну, притон как раз АВК стоит. Притон, ой, на Вальку, иди. Илану зайду рогой. С чего ты решил, что я? Ну, да. Посмотри чат чуть-чуть повыше, я крикнул, ты... Но ты не отреагировал. А я чат не видел просто. Завтра посох снял, надо здесь теперь не посох. Пиздец, у меня тут реально уже неделю такие прилеты вот был, блядь, в соседних районах. Я в шоке. Сегодня вообще с самолета, походу, уебенили. Так, ладно, если кто-то живой есть, а ну, тыкните, о, два лока. Мне как притон, давайте вот тут чуть-чуть. Оп-оп. Да, уже здесь он. А-а-а. Сейчас рогу надо будет сунуть. Хотя я сам прилечу. Да, а хера себе вы вагонитесь, а в 25 ярки, вот это нормально. А чё тебе свалить, Рена, надо нажимать слов? Чё за шума, драки нету? Чё там? Чё тебе свалить, Рена? Дагерок хочу взять. А, на левую руку. Да нахера он тебе? Для ПВП. Да и хосты у меня мало, я мог его попробовать затестить. Я хрен знает, он убогий вообще, не знаю что. Ну и печенька я первый по прибору. Думаешь, убьем? Сладкий, берите ястреба. Сланы падает. Танки. А он не шотнет никого. Но меня почти шотнул. Это не, это что-то другое, наверное, это вихрь, наверное, был. Ястреб он мало бьет вроде. Типа тебе.
этого полководца забери, Слав. А сейчас ПВПшка максимальной пуки 264-й, что ли? Угу. 264-й. 277-й, что ли, нету даже? 277-я должна быть убитная. Но тут, видимо, нету. Нет еще. Это же Сирус. 270-й только. Еще раз полководца забери. Сейчас говорит на офе эти, блядь, те руги вообще в двух спеках, короче, жесткие. Комбаты классные на актуале. Нет, там именно сейчас Assassination, там прям яды и отравления прям очень сильно. А эти вообще шотуют, которые в скрытности. Ой, в скрытности там рука что-то прыгает, я помню. Да-да-да, там вообще жоть. Там копье. Бля, ну кто копье только что подбил? Кто схватил? Вова. Я лежу. Будь здоров. Угу. Еще хил у кого-то есть? Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. Злобный, у тебя есть хил? 500 препа за лайкуна. Да, есть. Спекайся там, полетаешь с двумя палами в порталах. Похотаешь их. Поставьте шкаф на разницу. Стаки тоже собирают, только немного. Ну там 15 наберешь и потом за заход по 2. Один в начале, один в конце собирай, и все. Летать будете за звездой. Вот у вас 3 человека. Это. Ё-моё. Поделитесь ядами. Может, Джесс стоит. Но нет, да, вроде нету. Короче, вы будете это, демонов, да? Ну, через них хилить. Да, да. Ну все. Что, тебе дали? Нет. Сейчас. Парочку штук. Ну да, печально. Подожди, дай я. Забыл купить. Хотим урок. Интересный класс. Спасибо. Маг твой неинтересный класс. Так ты тоже, вон, на ДКшник эту херню всякую кидаешь на пухи. Поехали. Здесь же нет ничего такого, блядь. Тактики галактик нету? Тоже сам тактика галактика. Слава богу. На всех боссах тут тактика галактика. А что ты боишься? Ну, ничего сложного. Да не ссы, блядь, главное не ссать. Я думал, что здесь может что-то, блядь, другое, нах, тоже какая-нибудь хуйня есть. Я за этого и спрашиваю. Тут хуйни предостаточно. Он боится гнева праведного Войда. Ну, бойся лучше Войда, блядь, а не 25 герна. Тут тактика только для хилов. Слава богу, что я не хил, бля. И скоро будешь. Скоро будешь. К следующему КД, чтобы сюда ходить. Прочитай тактики все. И ты ничего бояться не будешь. Игра для детей 12 лет.
Ничего сложного там нету. Математика 2 плюс 2. Ебать, равно 4. Там, ну вот видишь, значит ты сможешь ссылка 25 гер проносить на фул. Ну вот на Джане, к сожалению, там уже умножение пойдет, так что там 300 IQ надо. Там уже 2 плюс 2 умножить на 2, да? Да, там пиздец вообще. Кубе, блять, разделенное на 2, на. Там да. X в кубе плюс константа, ну что еще? Без рофлов, так подумать, то ох, ебать же он как это развивает детей. Тут макрос, это же азы этого программирования. Ну, да. Вот. Вот видишь, даже пользу плюс увидел китай, в этом. Тут надо умножение, там вот вообще там где. Получается, мы не зря жизнь живем, то есть учимся чему-то все-таки. Да, есть такое. Ну это для детей 12 лет хорошо, но для 30-летних можно и что-то получше уже узнавать. О, на оф сходи, блядь, в героике в Апахалте, охуеешь. Как бы это. Вов стал проще, конечно, блядь. Не слишком маленькая Q для офа. Ну, а, там, на там, оф, на офе там это 16 плюс. Да, ну, на офе там вообще пиздец. Скоро вообще 21 плюс сделают. Там негров добавят скоро. Некто? Ну это хулико. Это хулико чисто нахуй. Ты что, думаешь, их там нету? Там негр уже есть. Ну вот я и говорю. Они там давно. У него нельфов сделали темно, блядь. То, что кожа уже. Они там сделали уже вообще, типа там нету ни мужчины, ни женщины, там тело один, тело два. Там даже ЛГБТ-квесты есть. Ты серьезно, блядь? Да, там два. А у нас русская локализация переделали. У нас русская локализация переделали под братишек. Угу, про двух кентавров. А какого хуя? Ну они там друга? Не любят друг друга, они братишки чисто. Ну-ка, кентавров. Этот сейчас злобный выйдет с портала. Смотрите его дружника, нормально там одет, нет? Поганище, блядь, иди сюда нахуй. Повесь, мужичок, меня будешь хилить? Хилить меня, да, правильно. А, ну две куки. Или это Т4 такое? Чё там у Вальки хп? Вот у меня к вам вопрос, он такой, ну как бы немножечко философский. Вот если ты нашел баг в игре, то имеет ли право администрация тебя банить за то, что ты нашел лазейку у них на сервере? Да. Вот. А, ну, если они увидят, мнение, если не увидят. Вот. А, ну, а аргументировать, ну, типа, почему? Смотри, если ты, используя баг, получил преимущество над игроками, либо получил преимущество в каком-то, типа, шмот, там, не знаю, как бывает, сходил раз в рейд, откатил его, сходил еще раз в этот же рейд. Ну, прям тот же самый. На одном КД. Ты, ты получаешь преимущество над другими игроками, получается, не только по развитию, но еще и по вещам. Они имеют право тебе дать бан, но если ты, скажем, случайно его нашел и сообщил, сказал, типа, так-то, так-то, они, ну, могут сказать тебе, молодец. То есть, пошел нахуй. Это как была фишка, когда в эргерах ТЛКшных выпадали пояса из ТТГ 271-е челы. Их активно фармили, вот это да. Кстати, у меня у всех. Никому бан не дали и пояса не забрали. Не у всех. Вы там 50 стаков-то не словите, и в Архель уже сдохнете, блядь. В начале, в конце лутоните и еще пару раз залетите и все. А что залетать? Уже и залетать не надо, пусть вылетает и запиливает. Ну вот, вернемся к этому вопросу. Ну, это уязвимость данного сервера. То есть, ну, это как бы не твоя вина, что ты это можешь использовать, раз это можно использовать. Есть уголовная статья даже такая, Багаюз называется. Опа! Ну, даже на офис на это, за это банят. Душа дракона когда вышла, это самая известная была ситуация, когда перебанили несколько тупых гильдий, они начали в поиске подземелий. Появился баг, как раз только его ввели, этот поиск подземелий. И только лут говна, шея прикольная. Я маму ебал.
шее, да. Опа, сос. Где, блядь, ткань? Я, можно потише, там человек рассказывает, я хочу тоже, мне что-то тоже интересно. Могли шмот передавать. И они начали просто богоюзить люди и ходить, перекидывать друг друга всем шмот. Их на следующий день забанили всех. Там вниз спустишься, поставишь, поставишь. Если хочешь больше узнать про богоюз, вот зайди на форум, там у них есть правила сервера, где они полностью описали это все правила сервера. И они тебе могут показать статьи там, я просто прогнать. Ну, я не про то, что я знаю, что такое богоюз. Я вот хотел услышать вашу точку зрения, типа, почему это плохо, а почему может быть хорошо. Вот. Ну, типа, тут все это стараются, как бы, чтобы все было по правилам. Это как в 2008 году, когда ЦЛК только вышла, то тоже на официальных серверах. Баг был с ранитовыми бомбами, когда челики топ-1 взяли. Тут то же самое, как бы. Ну, это как бы залог чистой игры, без не использует богоюз. Если фича есть, как бы если фича, то фича. Если баг, то баг. То есть, как бы, залог честной игры в основном, это во всех играх приветствуется. Ну и вообще действует по факту. Это нормально, пока никто не знает. Ну, в любом случае, всегда узнают, запомни это. Это если что-то делать такое, это чисто своей там пачкой, компашкой и все. Злобный, зайди быстрее в инсмут, я сумню. И то даже из этой компашки и пачки нахуй найдется человек, который, блядь, сольется. Не, ну, да даже если не будет у человека этого, все равно как бы, ну, такое, честно, себе. Потому что, зная администратора сервера, они бан-то дадут тебе. Найти на что-то тебе дадут, потом ты отмажешься от этого, скажи, это типа, ведь не я, это я там сподвигли, я не знал. Угу, хрен отмажешься. Вы на сетру пошли? Ладно, вот тогда другой вопрос. Вот смотрите, вот была бы у вас возможность закрывать РБК, убив только ласта. Вот, типа, вы бы пользовались этим? И вот, ну, как бы, тонкая грань вот между вот богоюзом и фичей. Вот, допустим, скипнуть трэш, это же как бы фича, да? Есть такая.